Привет, друзья! Добро пожаловать в Dream Body Club! С вами Оксана, и сегодня мы будем растягивать наши бедра и наши ноги. Если вы думаете о том, что хотели бы сесть на шпагат, или, например, если вы много сидите, или если вы бегун или собираетесь начать бегать, эти растяжки помогут вам достичь вашей цели. Я рекомендую для начала посмотреть все видео и посмотреть упражнения. И, возможно, вы заметите, где вам будет тяжело, и какие-то позы вы не можете делать. Вы можете у меня спросить, как их облегчить, или, возможно, вы знаете, как их облегчить. Поэтому для того, чтобы растяжка была удачной, и для того, чтобы растяжка была успешной, пожалуйста, сначала посмотрите видео и обратите внимание на упражнения и связки. И так вам будет легче переходить от одного упражнения к другому. Хотя я их проговариваю, естественно, но, возможно, так будет проще. Нашу растяжку мы начинаем с разогрева приветствия солнцу. У меня есть несколько вариантов приветствия солнцу, вы можете посмотреть их где-то здесь, надеюсь, это здесь или здесь, я оставлю. Если вам нужна более простая версия этого упражнения, или если вы знаете, как ее облегчить, делайте свой вариант, пока я показываю другой. Окей, все, хватит болтать, пора приступать. Привет, девчонки! Предлагаю нам сегодня хорошенечко потянуться. Сегодняшняя тренировка отлично раскроет наши бедра. Поработаем над растяжкой бедер. Они так и станут немножко сильнее. Больше добавится тонуса. В общем, супер тренировочка. Так что поехали! Как всегда, начнем с разминки. И это у нас приветствие солнцу. Готовы? Давай. На вдохе поднимаем руки вверх. Тянемся вверх. На выдохе опускаемся вниз. Обнимаем ножки. Вытягиваем спину, смотрим вперед, расслабляем спину, обнимаем ножки, ставим руки на пол, шагаем правой ногой назад и левой. Делаем отжимания и сразу в собаку мордой вверх. Так, здесь шевелимся, смотрим ноги, отлично, тянемся, выгибаемся и поднимаем бедра и идем в собаку мордой вниз. И наконец-то мы можем здесь немножко пошагать, поставить пальчики, пяточки на пол. Упираемся сильно руками в коврик. Отлично. Молодцы. Шагаем, шагаем. И теперь поднимаем нашу ногу и ведем ее между рук. Ведем левую сторону, поднимаемся вверх. И расслабляемся. И делаем еще раз. Поднимаем руки вверх. Прогибаемся назад. И расслабляемся к ногам. Обнимаем их. Смотрим вперед, позвоночник прямой. Снова обнимаем ноги. Ставим руки на пол и левой рукой шагаем назад, правой назад. И делаем полуотжимания и собаку мордой вверх. Так, подвигаемся, смотрим назад и назад. Растем, прогибаемся. Отлично. Теперь поднимаем шпицы вверх. И снова мы собаки мордой вниз. Шагаем здесь немножко. Стараемся поставить пятки на пол, ягодицы у нас летят вверх, руками упираемся сильно в коврик, ногами упираемся, так, чтобы ягодицы вверх летели, живот втянут и голова у нас расслаблена. Отлично. И держим нашу левую руку, ставим между ног, подносим правую ногу вверх, прогибаемся и расслабляемся. Так, разминка у нас готова, и приступаем к нашей тренировочке. И начнем мы ее снова сначала с коврика. Поднимаем руки вверх. И нагибаемся вниз к ногам. И берем нашу правую ногу и шагаем назад. И мы собаки мордой вниз. Отлично. Шагаем. Живот тянут, девчонки. Голова расслаблена, помните, да? Стараемся вставить пятки на пол. Так, вот даже на минутку. На пару дыханий задержимся так, чтобы постараться поставить пятки на пол. Упирайтесь сильно руками. Лопатки сведены у нас. Отлично, теперь поднимаем нашу правую ногу и шагаем ей между рук. И опускаем колено. И постараемся здесь сесть прямо между ног. Растянем наши бедра, почувствуем эту растяжку в наших ногах. Супер, да? Чувствуете? Отлично. Руками можно помочь себе упираться в колено, чтобы не нагибаться к нему, а именно сидеть с прямой спиной, с раскрытой грудью, прямо между ног. Супер, сидим, радуемся. Так, супер.
Чувствуем растяжку, главное дышим, дышим глубоко. Супер. И теперь смещаем наш вес немножко на нашу ногу. Ставим одну руку на спину и вторую просто либо вытягиваем вперед, либо вставляем коленки и прогибаемся. Прогибаемся назад. Это поза полуверблюд. И если вы не можете полностью делать верблюда, это поможет. Раскрываем наши бедра, грудь. Отлично. И теперь наклоняемся к ноге. Дышим здесь тоже очень глубоко. Чувствуете растяжку в ноге, это очень-очень приятно. Отлично. Теперь ставим наши руки в середину и относим ногу назад. Теперь мы будем делать позу кошки-коровы. Теперь слай кошку. Корова. Прогибаемся, прогибаемся, прогибаемся. И снова злая кошка. Округляем всю спину, вытопываем себя прямо вверх. И снова разгибаем. И снова злая, 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 злая кошка. И снова. Теперь вытягиваем нашу правую ногу и левую руку. И стараемся найти баланс, равновесие, живот втянут. Это, кстати, упражнение здорово активирует наши мышцы живота, наш кор, пресс, в общем, работает здорово. И теперь мы сделаем вот три вот таких упражнения. Раз, соединяем локоть и коленку. Два и три. Супер! И что мы теперь делаем? Берем эту ногу рукой и тянем, постараемся, держим на месте, вытянуться вперед, вверх. Тянем, тянем, тянем настолько, насколько можем. Если вы не можете взять рукой за ногу, может быть, вам понадобится шарфик или какой-нибудь мешок. Отлично, держим, 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 дышим глубоко. Найдите эту точку, на которой вы концентрируетесь. Держим, держим, держим. И что мы теперь будем делать? Оставляем ногу там, где она есть. Возвращаем руку сюда. И поднимаемся вверх, собаку мордой вниз. Нога у нас все время наверху. Ух, отлично. Так, немножко можно раскрыть бедра, занести ногу. Так, чтобы бедра раскрылись. Супер, отлично, молодцы. Дышим здесь тоже. Чувствуете, как нога тянется. Спина раскрывается, бедра. Ух. Отлично. Тянем, тянем, дышим. И теперь сгибаем ногу и несем, ставим ее между рук. Ух. Находим дыхание. Находим это хорошее положение. Чувствуем, где у нас тут, какие мышцы тянутся, живот втянут. Чувствуете, да, растяжку в пахе? Очень-очень-очень здорово. И теперь поворачиваемся в середину. Остаемся здесь низко, сводим руки за спиной и заводим их за голову. Какая замечательная растяжка. Растягиваются не только руки и верхняя часть спины, но и ноги, пах, вообще супер. Ноги у нас, видите, параллельны. И стараемся достать головой до пола. Или руками до пола. У кого чем можно достать. О, супер-супер, тянемся, девчонки. Главное, дышите, не затаивайте дыхание. И теперь спускаем руки и поднимаемся медленно, 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 медленно вверх. И поднимаем наши руки вверх и опускаемся в ту сторону, в левую. Выворачиваем ногу левой стороны прямо. Правая сторона у нас так и остается смотреть. 45 градусов. И опускаемся в треугольник. Вот такая здоровская растяжка. Дышим. Смотрим на руку. Дышим, дышим, дышим.
Чувствуйте, где ваше тело, что оно хочет делать, куда вы его направляете. Очень-очень здорово. Окей. И теперь сгибаем коленку. И что мы делаем? Да, вы угадали. Мы шагаем вперед, держимся за пол и поднимаем ногу вверх. Вот такая красивая-красивая поза у нас здесь. Дышим. Стараемся найти это равновесие. Если не получается, ничего страшного, попробуйте еще раз. И еще раз, неважно сколько раз, главное, найдите это равновесие или старайтесь. И теперь шагаем назад. И находим себя в позе воина. Отлично. Дышим. Можно присесть немножко пониже. Чуть-чуть пониже. Еще чуть-чуть пониже. Можно выпрямить ногу и снова присесть, найти это ощущение растяжки. Мышцы работают? Я знаю, что да. Окей, отлично. И теперь выпрямляем. Опускаем наши руки сюда. Шагаем ногой и выпрямляемся. Отлично. И теперь сделаем все то же самое на вторую сторону. Опускаемся вниз. Шагаем теперь левой ногой назад, правой ногой назад, и мышцы поднимаем вниз. Так, опускаем наши пяточки, стараемся удержать их на полу, немножко дышим. Не отрываем пяточки, держим. Голова расслаблена. И теперь поднимаем нашу левую ногу и несем ее между. Опускаем нашу ногу и упираемся руками в коленку. Сидим между ног, чувствуем растяжку в пахе. Чувствуем, как наши ноги растягиваются. Это супер растяжка. Если вы когда-то хотели сесть на шпагат или хотите все еще, эта растяжка просто супер. Весь этот комплекс поможет вам невероятно здорово раскрыть бедра, что значит приблизить вас к шпагату. Так, пока я говорю, вы тут глубоко дышите, да? Отлично. И теперь смещаем наш вес назад, оставляем руку на коленке и прогибаемся назад. Отлично. И теперь смещаем наш вес назад и делаем растяжку. Вот такую наклоняемся к нашей ноге. Но вы уже чувствуете нижнюю часть бедра, просто суперски тянется. Отлично, давай-давай, дышим. Не забывайте, что это очень важно дышать. И когда выдыхаете, старайтесь спуститься чуть-чуть ниже. Отлично, относим ногу обратно назад. И теперь мы оказались в позе кошки и коровы. И давайте. Злая-злая кошка. И корова. Выгибаемся назад. И снова. Округляем всю спину, верхнюю часть спины, нижнюю часть спины. Все. И расслабляемся. И давайте еще разочек. Округляем всю спину. Расслабляемся. И теперь вытягиваем нашу левую ногу назад, правую руку вперед. Находим это равновесие. Держимся. Дышим, живот втянут. И давайте сделаем встречу колена и локтя 3 раза. Раз. Тянемся. 2. Тянемся. 3. И теперь обнимаем нашу ногу и руку. И стараемся поднимать ногу, стараемся прогнуться здесь. Столько, сколько мы можем. Прогибаемся. Отлично, давай. Держимся. Держи это равновесие. Молодец. Теперь оставляем ногу там, ставим руку обратно, ставим пальчики ноги на коврик и поднимаемся вверх. Yes. И раскрываем наши бедра. Нам очень хорошо. Отличная растяжка. Очень сильная, как для ног, для рук.
Вообще, просто супер. Так, держим. И шагаем этой ногой прямо между рук. И шагаем руками посередине. Ноги у нас, ступни параллельны конь концам коврика. И мы наклоняемся вниз, руки заводим назад, замочек. И расслабляем голову полностью и заводим руки за голову. Молодцы, девчонки. Последний вдох и выдох. Расслабляем руки. И медленно. Поднимаемся вверх, и голова у нас поднимается последней. И теперь мы наклоняемся в эту сторону и делаем треугольник. Если есть возможность, можно поставить... Смотрите, забыла сказать, что ногу мы повернули. Правая нога смотрит вперед, а левая 45 градусов. И теперь, если есть возможность, ставьте руку на пол. А если нет, можно держать просто вот здесь щиколотку или там, где вы можете. Смотрим на руку. Тело у нас красивое, раскрытое, грудь раскрыта. Улыбаемся. Очень-очень здорово. И теперь начинаем переносить наш вес на ногу, на правую. И стараемся взяться рукой за пол и поднимаем ногу левую вверх. И вот такая у нас красивая поза. Смотрим. У-ху. Держимся, ищем это равновесие. Мы все можем. Если очень смелые, посмотрите на руку вверх, то можно упасть. Так, держитесь. И теперь начинаем тихонько сгибать ногу и шагаем назад. Оп. И мы в позе. Чуть-чуть ниже, чуть-чуть. И немножко выше. И снова. И немножко, да? И снова. И немножко вас на пару уже дыхания застрянем здесь. Отлично. И опускаем наши руки на коврик. И шагаем назад, садимся на коленки и ложимся на спину. Ноги у нас согнуты в коленях, как бабочка. Оп! И расслабляемся. Расслабляем наши ноги, расслабляем наш позвоночник, голову, руки. Можно их держать на ногах, на полу, где вам удобнее. И просто спокойно полежите в этой позе, почувствуйте, как у вас под давлением гравитации ноги раскрываются чуть-чуть больше. И просто отдохните. Не забывайте, что вы все еще дышите. И останьтесь в этой позе столько, сколько у вас есть времени, желания и так далее. Друзья, я надеюсь, вам понравилась эта растяжечка, и надеюсь, вы почувствовали себя намного лучше. И если вы будете делать эту растяжку регулярно, то есть 2-3-4 раза в неделю, вы увидите результат. И, как я уже говорила, возможно, вы хотите сесть на шпагат, она отлично поможет вам в этой цели. Или если вы, как всегда, если вы сидите за столом много, вы, растягивая ноги и бедра, сможете уменьшить давление на нижнюю часть спины. Поэтому отличная растяжечка, всем делать регулярно. Дайте мне знать, понравилась она вам или нет. Подписывайтесь на канал обязательно, чтобы увидеть следующие новые классные растяжечки. Поставьте пальчик вверх, если эта тема вам интересна и вообще растяжки. А также приходите на остальные мои социальные сети, где я делюсь крутой другой информацией. Окей, все. Увидимся с вами в следующем видео, в следующей растяжке. И вообще, пока-пока!